Смотри, Карман, привет. Чекпоинт, на самом деле вы выигрывали все игры. В принципе, соперники не могут дать бой, но очень стараются. На твой взгляд, из тех игр, в которых ты был, кто показался самым неудобным соперником? Да все соперники хорошие, что могу сказать. Со всеми боремся, со всеми стараемся. Думаю, что последняя игра была непростой. А если посмотреть, в первом тайме мы не могли забить, а вот во втором как-то уже удалось. За счет чего? Ваша концентрация и начала получаться то, что задумали? Или проблема в том, что как бы соперник подсел? Ну, то есть совокупности, я думаю. Я думаю, мы чуть-чуть привыкли к сопернику, и они чуть-чуть устали. Замен у нас, по-моему, было больше. Да, было больше. Ну, я думаю, на таком объеме не скажется. И вот если посмотреть, наверное, на первый и второй тайм, какой бы ты выделил, даже учитывая, что вы там не забивали, но просто соперник давал бой, где было интереснее играть? Первый тайм, конечно. Первый тайм. Благодарю за интерес, спасибо. Спасибо вам.